сетка антимоскитная на магнитах. 100 на 210. 159 20 копеек. Давайте посмотрим. Есть бордовая с бабочками. Открывать я не буду эту сетку. Она вся упакованная. Дверная антимоскитная сетка на магнитах. Цвета бордовая, голубая, затем розовая, коричневая, вот голубая, всю упаковочку. Набор посуды 120 рублей. Здесь кастрюльки, чашки, все упаковки. Так, что здесь еще? Мячи. Мяч для игры в волейбол сшитый. Его надувают по 180 рублей. И мяч для игры в футбол сшитый 180 рублей. Форма для выпечки и запекания сталь. Размер 35 на 5, 24 на 3 и 6. 212 рублей. Вот так вот она выглядит. Форма называется Джульетта. И форма для запекания стеклянная, прямоугольная, 2-4, 236 рублей 90 копеек. Прозрачная, тяжелая. Сразу скажу, что тяжелая. Каждая форма упакована. Также есть доска разделочная 500 на 370, 113 рублей 50 копеек. Не понравилось. Плохо она обработана. Не берите. Не рекомендую вообще. И также вот это вот три штуки 889 рублей. Ужасная. Деньги зря выброшенные только. Также есть набор разделочных досок 75 рублей 90 копеек. Ну, обычные доски. Две штуки в голубом цвете. Кого интересуют детские трусики, подгузники, 473 рубля 70 копеек на 13 килограмм. Их 50 штук. Пожалуйста, здесь они есть. Ну и женские гигиенические товары. Блок для унитаза, шарики в ассортименте. 132 рубля 80 копеек. Бреф. Аромат приятный. Стеклоочиститель. Средство для мытья стекол 26 рублей 30 копеек. Аромат ромашки. Белизна гель. В фикс прайсе дешевле 1 литр. Сразу вам говорю. Затем здесь у нас мыло лаванда. 4 штуки в упаковке Дуру. 44,50. Целые коробки. Стопка. Детское мыло. Я родился. 40 рублей. Здесь у нас 5 штук. 75 грамм. Ассорти. Также женские гигиенические товары. 54 рубля. 31 рубль 20 копеек. Бальзам для волос. Вы знаете, мне он не понравился. Черное мыло. Черное мыло густое для бани и душа. Хорошее мыло, обычное мыло. Можно пользоваться. 85 рублей 70 копеек. И чистая линия. Покупала я такой шампунь, мне вообще не понравился. Я им вымыла душевую. Ну, потому что нужно было куда-то его девать.
Влажные салфетки универсальные, 100 штук, 26 рублей 30 копеек. Цена очень приятная. Вот такие вот салфетки. Их тоже горы, просто горы. Также есть туалетная бумага эконом, 37 рублей 70 копеек. Влажная, 80 штук здесь. Завоз просто влажных салфеток и бумага. Шампунь. Вот такой вот. Даже не знаю, не брала и пробовать не буду. Не внушает мне доверия он. Затем у нас гель для мытья посуды всего лишь по 26 рублей. Ромашка, апельсин и алоэ. Также есть пакеты прочные, 10 штук на 240 литров для мусора. Так, мешки 240 и 10 штук, 51 рубль 80 копеек. Пакеты для мусора по 27 рублей. Здесь 20 штук на 35 литров, естественно, меньше получается. Чистая линия, крем для рук, основной уход. 99 рублей, 250 миллилитров. Ну, обычный крем, чистая линия, в принципе, хорошая косметическая фирма. Я вам могу рекомендовать, так как я взяла на работу, пользуюсь в течение дня, руки сохнут, бывает. Пакеты фасовочные, универсальные, 46 рублей, 300 штук. Светофор. Сделано для светофора. Так, что у нас еще здесь есть? Кому актуально, дачный Бреф. 450 грамм, 58 рублей 70 копеек. Это для дачных туалетов. Кто еще не покупал, имейте в виду, что для дачных туалетов очень даже неплохо. Мыло, конечно же, мыло жидкое. Здесь дешевое, хорошее мыло. Я вам рекомендую. Оно по 35 рублей 60 копеек. Что у нас здесь? Персик, клубника и ваниль. Ополаскиватель, ромашка. 32 рубля 90 копеек. Не пробовала, не знаю. Зубная паста Colgate. 39 рублей. 10 миллилитров. Ой, простите, 100 миллилитров. 100 миллилитров, конечно же. Также зубная паста алоэ. 27 рублей 10 копеек. 170 грамм. Также зубная паста Promix. 25 рублей 80 копеек. Вот такая вот паста. Замечательная паста. Затем у нас крем для рук. Кокос и цитрус. 45 рублей 80 копеек. Крема рекомендую. Хорошая крема. Гель для прочистки труб. 39 рублей 500 миллилитров. Я периодически прочищаю трубы в квартире, чтобы оттуда не пахло, чтобы было все чисто. Средство для посуды АОС 73 рубля, 900 миллилитров тоже рекомендую, 73 рубля. Персоль кислородный отбеливатель, 400 грамм, 22 рубля. Кто пользуется персолью, 22 рубля. Я считаю, что это недорого. Санитол для ванны. Посмотрите, какой. Эмаль акрил. И это средство 750 миллилитров, 48 рублей. Я считаю, что по цене очень даже. 750 миллилитров, 48 рублей. Я считаю, это даже бюджетно очень. Также у нас в светофоре новиночка.
для кухни средство. Цены я не вижу, очень жаль. 750 миллилитров, но цены нет. Или есть? Давайте посмотрим вот здесь. Нет, нет цены, не знаю, ничего не могу сказать. Также гель для унитаза Санитол, 750 миллилитров, 33 рубля. Средство для уборки здесь очень даже бюджетно. Я вам рекомендую, девочки, именно в Светофоре, потому что ну, цены сладкие. Кто пользуется Фэри для мытья посуды, 1 литр, 82 рубля 30 копеек. Вот такой вот Фэри, литр. А также посмотрите, Ленор, какие бутыли. Здесь 4 литра. 4 литра стоит 199 рублей. Скандинавская весна. Аромат. Кто пробовал, скажите мне, пожалуйста. Это, знаете, для большой стирки. Кто любит много стирать. Кондиционер, концентрат для белья. 3 литра, 89 рублей, 70 копеек. Альпийская свежесть и тропический коктейль. Также чистящие средства Сорти. Сорти лимон, 19 рублей 30 копеек. И я уже показывала Брев дачный. Есть игрушки различные, стрелялки, куклы. Вот такие вот принцесски. Здесь уже одежда есть. Танки различные. Вот такие вот. Танк. Сколько у нас стоит? Давайте посмотрим. 236 рублей 40 копеек. Танк. Сушки. Сушки в прошлом обзоре были для фруктов. 899 рублей. Средства для мытья посуды. 1 литр 24 рубля 20 копеек. Не знаю, не брала. Очень жидкий. Прям жидкий-жидкий. Жидкое мыло, литр, эконом, 27 рублей 60 копеек. Давайте посмотрим. Ну да, очень-очень жидкое, прям не экономное вообще. Также всякие различные тарелочки, вот такие вот красотулечки. Белый фон и цветы лилии, я так поняла. И также пиала в тему к этим тарелочкам. Пиалы 43 рубля 90 копеек. Освежитель воздуха 36 рублей 20 копеек. Вот такой вот он. Мелодия ароматов. Орхидеи у нас. Вот такие вот, смотрите, красивые орхидеи. Посмотрите, свеженькие. Листики хорошие. И давайте посмотрим корни. Корни обязательно нужно смотреть. Не так на цветы, как на листья. И на цветочки. Но корни это самое главное. Вот прелесть какая. Вы посмотрите. Она в один цветонос. Но цветонос у нас. Смотрите, какой красивый, свежий. Листья хорошие и корни хорошие. У меня, кстати, еще цветет. И бутончики все расцветают. Посмотрите, какие цветочки. Так что в Светофоре можно покупать орхидеи. Есть даже вот крупные цветы. Посмотрите, какие крупные. Сейчас лето, и они все равно цветут. Белые. Очень люблю белые, красивые. Вот такие вот. Так, а цена 293 рубля. 300 рублей. Ну, 300 рублей, я считаю, для орхидеи это вообще ни о чем. Цена, правильно же? Также рекомендую вам хлебцы. Хлебцы хрустящие в ассортименте. 10 рублей 40 копеек. Мне кажется, самые дешевые хлебцы это в Светофоре. Вот такие вот бутербродные. Чаю. Я их постоянно беру, они мне нравятся. Ну, на этом все. Пока-пока. А с вами была, конечно же, Светлана. Подписываемся и ставим пальчик на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Если вы пропустите, вы очень много потеряете. Пока-пока.